Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. Наступило время брызгать виноград жестким купоросом. Уже на улице. Апрель. Начало было до этого очень холодно. Теперь немного потеплело. И пока почки не распустились на винограде и на деревьях, необходимо произвести обработку. Жестный купорос очень полезный как в качестве удобрения, которое наносится и впитывается в стебли, питая стебли железом. Также убивает многие грибки и некоторых вредителей. Поэтому время наступило и пора работать. Желательно купить свежий железный купорос. Нам для этого понадобится теплая вода, 10 литров. Опрыскиватель. Стакан 200-граммовый, для того, чтобы можно было точно отмерить дозу железного купороса. И сеточка, которая идет в комплекте до опрыскивателя. Тем не менее, железный купорос продлевает срок распускания почек на винограде на неделю примерно. Поэтому, если мы опрыскаем железным купоросом виноград, то на неделю позже распустится, в отличие от тех, которые не побрызганы. На 10 литров воды теплой я насыпаю 100 грамм железного купороса. Это примерно полстакана. Железный купорос должен быть зеленого цвета, без комочков, потому что в случае попадания влаги он теряет свои свойства. Фирма не зависит, главное, чтобы был хороший, качественный и свежий. Теперь берем этот купорос и высыпаем 10 литров воды. Видно, что вода приобретает зеленоватый цвет. Это говорит о том, что железный купорос качественный и выполнит свою функцию на 100%. Для сравнения хочу показать железный купорос, который полежал 5 лет. Вот он. Видно, что он потерял свой цвет. Есть комки. В принципе, он еще, конечно, свою функцию выполняет, но уже не в той степени, в которой нужно. И при создании раствора необходимо его добавлять больше, в 2, а то и в 3 раза. В осеннее время можно применять от 200 грамм до полукилограмма на 10 литров, потому что виноград более нуждается в защите от гнилостных бактерий и грибков. Поэтому мы на зиму перед укрыванием винограда хорошенечко обрабатываем этим раствором. Полностью растворился купорос. Теперь необходимо залить его в опрыскиватель. Для этого обязательно применяем сеточку, которая идет в комплекте, потому что без сеточки будет забивать опрыскиватель. Вот видно, что осталось немного мусора. Палочки какие-то, сеточка немножечко капельку забита. Ну, в целом, купорос у нас чистый, и это хорошо. Закручиваем резервуар. И можно приступать к работе. У меня посажен виноград по крышке, поэтому здесь особенно актуально обработать землю. Обрабатываем равномерно по всей высоте. Теперь нужно смело обработать вторую. Желательно стоять со стороны подветренной, чтобы не наглотаться, не дышаться этого железного купороса, потому что он тоже не очень полезный для здоровья. И таким образом проходимся по всему винограднику. Можно обрабатывать и кусты, к этому малину, крыжовник и красную смородину, черную смородину, в зависимости от того, какие есть где болезни. У железного купороса есть еще одно практическое применение, то, что он задерживает распускание почек. И это свойство можно применять для проращивания черенков винограда, потому как нам необходимо, чтобы сначала зародилась корневая система, а затем появились листочки, для того, чтобы не теряли свои соки и влагу наши чубуки. Поэтому я планирую в этом году все чубуки, которые приготовлены для проращивания, сверху обработать железным купоросом и после этого поставить их
на проращивание. И это ускорит образование корней и замедлит образование листиков на этих чубуках. Вы были на канале «Дело мастера боится», смотрели видео о том, как опрыскать железным купоросом виноградник, деревья и кусты в весенний период. Ставьте лайки, пишите свои замечания, комментарии. Будьте с нами. Всем пока!